Шеф-повар лучших ресторанов Руслан Муталиев теперь следит за качеством и разнообразием блюд в школьных столовых комбината питания «Доброе кафе». Он разрабатывает вкусное и полезное меню для детей, консультирует поваров по технологии их приготовления. Главное правильно настроить в том, алгоритм подачи, приготовления и подачи, и тогда все будет очень быстро. После разработки и приготовления кулинарной новинки проходит тщательный отбор. Их дегустируют и оценивают по пятибалльной системе. Овощные блюда в приоритете. Было разработано небольшое изменение в меню, дополнение больше овощных салатов, овощных рагу, гарниров, новые блюда. Также мы сделали две новые пасты. Это паста болонезе, паста карбонара. Плюс творожные блюда, вареники и сырники. Особенно по вкусу всем пришлись пожарские котлеты. Сервируют и накрывают столы сами школьники. Они по очереди дежурят в столовой. Ну, учеба-то выходит? Да. Только на переменке дежурят. Ну, если необходимо, мы можем на уроки прийти, если нагрузка большая. К новому учебному году пищеблок Савинской школы доукомплектовали. Установили пароконвектомат, посудомоечную машину, холодильник и даже слайсер. Чтобы еда была вкуснее, а главное, гости, школьники сыты и довольны. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».